яркий, красочный, завораживающий, одинаково прекрасный и днем, и ночью. И под дождем, и под палящим солнцем Крым, каким его видят художники. Каждое полотно в Самару прибыло действительно с любовью. Здесь и виды городов, и нетронутая человеком природа, знаменитые курорты и заповедные уголки Великой Тавриды. Тарханкут интересен тем, что контраст светлого и темного. Вот. Ну, очень чистая вода. Художник Роман Третьяков пишет родной Крым уже 20 лет. Говорит, вдохновение дарят местные горы, поля и море. Здесь даже названия невероятно живописны. Интересное название поселков, например, Золотое. Я задавал себе вопрос, почему оно Золотое, пока не начал его писать. Оно настолько золотое, когда эти поля выжжены, как бы, и на фоне моря. Эта трава кажется золотой. Я хожу по выставке и ощущаю счастье. То есть вот мне кажется, это такое событие, такое явление для нашего города, когда столько сильных, замечательных художников вместе собрались. Работа потрясающая, светлая, теплая. Художников, которые представят свои работы на выставке, собирали как бриллианты. Здесь более 20 авторов со всей страны, свыше 200 полотен. По две картины живописцы передали в дар благотворительным фондам. Их продадут на аукционе. Деньги, в прошлом году выручка составила 5 миллионов рублей, направят детям, которым необходима помощь. Выставка «Из Крыма с любовью» ждет посетителей в музее Алабино до 3 ноября. А пока самарцы наслаждаются крымскими пейзажами, художники соберутся на пленэр в Винновке. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».